Здравствуйте, с вами Тайна Байкова. И этот видеоролик я буду записать для своих партнеров и партнеров команды «Прорыв». И сейчас возник вопрос, где взять воронки английском языке и материалы английском языке. Сейчас показываю экран и показываю, где вы можете найти вот этих всех материалов. Так. Сейчас я нахожусь в офисе компании, и здесь надо вам смотреть, где написано «Marketing Accred». Вот здесь нажимаем, и открывается материалы английском языке. Здесь можно зарегистрироваться сразу в Facebook-группу компании. Она закрытая, здесь можно присоединиться. Вот здесь у меня уже подтвердили. Вот, и что нам еще? Здесь можно сразу ваши ссылки, можно посты на Facebook, там на Twitter. Но самое главное, вот здесь есть, здесь тоже конференция, комната, можно, кто умеет английского языка, можно здесь присоединиться и слушать информацию о английском языке. И здесь marketing links, нажимаем на marketing links, и нам открываются разные воронки о английском языке. Вот видно. Здесь сейчас посмотрим, примерно одна из воронок, вот здесь ваша ссылка, скопируем уже с вашим логином, скопируем и поставим, посмотрим, как она выглядит. Вот такая простая воронка, сразу на ваше имя здесь вводится и имя, и email, и человек получает информацию уже от вас. Так, идем дальше. Дальше еще вот такие воронки. Вот мне понравилось вот это, сейчас скажу, вот здесь вот эта воронка, которая там в середине, там она на видеоролик, там вся современная воронка, что вы можете, вот здесь идут видеоролик, вся информация идут в английском языке. От всей информации вы можете вот этот, даже план компенсации может партнер там сразу скачивать. Так что все материалы, компания сама позаботилась, чтобы у нас были материалы в английском языке, и скоро будет и в русском языке. Вот здесь тоже, кто хочет баннер использовать, тоже видите разные баннеры здесь есть с вашими уже кодами, так что в английском языке у нас много информации. Там сами, кто умеет английский язык, вы же сами можете здесь посмотреть, вся информация есть. Так, это было пока все, что я вам хотела быстро показать, где вот находится в английском языке воронки. С вами была Тайна Байкова. До новых встреч, до новых видео.